Всем огромный привет! Мы сегодня проснулись. Я дома, Алиса дома, Женя дома. Алиса сегодня занималась. Да, доча, покажи, чем ты занималась. Алиса сегодня делала, писала прописи. Я ей вот такие прописи заказала на Озоне. Для левшей. Алиса сегодня прописывала буковку. Вот, буковку Д прописывала. Вот, что-то не фокусируется. Так, у нее элементы хорошо получаются. Давай еще. И здесь Алиса буковку. А, букву А еще делала? Да. А, да. Вот буковку А делала. И буковку Г. Г. Вот это было сложное задание. Алиса все сделала правильно, умничка моя, да? Только в конце ошибку сделала. Потом мы сходили с Алисой на улицу. Набрали травки, одуванчиков для улиток. Представляете, улитки едят одуванчики. Ребята, а представляете, что я сегодня утром вытворяла? Подожди, доча. Смотрите, как они кушают. И вот эта большая. Они бедные, соскучились, улитки. По травке, по лиду. Как кушает. А что я утром вытворяла? А что ты утром вытворяла? А пусть мама. Не падай. Что ты утром вытворяла? А пусть мама скажет. Я не знаю. А, я сегодня утром просыпаюсь. Алиса все в шкафах прибрала. Здесь все прибрала. В ложках все прибрала, туда все положила. Это я перемыла посуду. Алиса все везде прибрала. Кровать заправила. Свою кровать она заправила. Хотя мы вдвоем спали. Умничка, Алисонька, все сделала, да? Помылась, сходила, заплелась. Алиса сегодня у нас в настроении, да, доча? Да. А еще я двойной. А, двойная резинка. Мою взяла, да? Ребят, у нас родились мальки. Представляете, рыбок? Что-то сегодня плохо фокусируют. Вот они, малечки плавают. Я им кушать положила. Они уже большие, родились в конце мая. Ну, как быстро подросли, да? Угу, только они. 14 штучек. Даже кости видно. Кости видно. У кого? Сейчас у нас в планах с Алисой мы поедем в художественную школу. Нам нужно забрать рисунки. Я уже второй класс поступать буду. Не поступать не надо. Ты уже закончила первый класс. В сентябре пойдешь во второй, да, в художественной школе. Да. Мы сейчас заберем рисунки и заберем табель успеваемости. Вам пока. Ребята, а еще представляете, что? Пойдемте. Вот. Лежали Женины вещи. На полу. Да. Я вот сюда их прибрала. А, это ты их сложила красиво вещи? Да. Я думала, это Женя. Нет. Нет? Нет. Умничка моя. Давай, прибирайся, будем собирать. А еще я утром села рисовать. Ну, это я написала, мне нужно. Мне нужно. Уточка, три кота. А это кто? Оранжевая корова. Оранжевая корова. Ребят, посмотрите, как улитки кушают. Я никогда не думала, что они кушают одуванчики. Смотрите. Блин, как показать-то? Они боятся. А, я напугала. Я их напугала, они спрятались. Сейчас они вылезут. И покажем. Классно. Одуванчики натуральным образом. Вылезут. Вот это есть, смотрите. Большая вылазит. Пугаются малейшего шороха, пугаются.
Обалдеть. Видите, как она математику уплетает. Они уже выпили. Обалдеть. Все. Они уже выпили все. Вот так они пролили воду. Видите, как уплетает. Нам надо с тобой, Алис, на этот, на улицу их вынести будет, да, на газон посадить? Да. Ну вот мы с Алисой приехали в школу художественную. Вот она у нас такая художественная школа. Ты взяла обувь? Сменную обувь бери. Пойдем. Пойдем, получим работы, да? И табеля. Цветочки петунии высадили на территории школы художественной. Ну, ты пакетом-то не тряси. Пусть от меня, нет, не знаю. А? Алиса ушла, меня не пустили. Такая у нас раздевалка. Чьи-то работы лежат. Птичка. Не пускает меня. Здесь жду Алису. Сейчас Алиса придет и поедем. Алиса вернулась с работами. А это вот вы на досочке делали, да? Да. Птичка. Птичка красивая. Это матрешечка. Одну работу. А это кто? Свинка. А, это свинья? Да. Поросюшка? Да. Какая интересная. Там работы посмотрим. Посмотрите, как яблонька цветет. Какой запах у нее. Офигенный вообще. Просто красота. Это да, это листочки малины. Не, ничего еще нету пока. Девочки, мы приехали на великах. Вышли покататься. Это вам подписчики даю понюхать. Вкусняшка. Пойдемте сходим к реке. Она же говорила, что это ногти. Да. Нет, мы из не таких, из фиолетовых цветков, из лепестков роз сделали ногти. Ребят, посмотрите у нас. Такая речка, какой мост. Мне кажется, она приплыла. Была река. Смотри, где. Здесь вот. Ой! Река здесь была. Сейчас вон сколько она была. Вон мальчик рыбачит. Смотрите, мальчик рыбачит, рыбу ловит. Ага. Ребята, часом. У тебя руки сейчас грязные будут. Сухие камни берите, не надо сырые. Пахнет тиной, да? Ну да. На улице пасмурно. Сейчас поедем через мост. Покатаемся на велосипеде. Их там поставили, у нас велики не украдут. Надо посмотреть, чтобы велики на месте были. Да, вон они стоят. Сейчас поедем, покатаемся, поедем домой. Ой, Алис. Ну что, дальше в путь? Девчонки, девочки свои велики взяли. Ой, посмотрите, трактор. Мост переезжает. Экскаватор? Подождите, подождите, девчонки. Пусть он проедет, и мы дальше поедем. Мы приехали к следующему месту остановки, месту отдыха. Это конечный наш пункт. Начинается накрапывать дождик. Дождик, девочки, накрапывает. Аж кайфуешь от этого. Всплеска, да? Да. Алине нравится. Алиса, ты сейчас у кого-нибудь попадешь, не надо так крутиться. Хочу посмотреть, сколько мы проехали, какое расстояние. И не знаю, как это сделать. Хочу скачать себе типа спидометра. Даже не знаю, как не спидометр, что это называется для велосипедов. Она в детской комнате, Алин? Или посмотри вот здесь вот. Ну все, мы приехали, прокатились на велике. В одну сторону 2 километра и в другую 2 километра.
Проехались, взвешались. Это сегодня у нас 7 июня. Сейчас вечером мы маленечко отдохнем и пойдем с девчонками, поедем на водохранилище, будем бегать, да? Я сбросила 100 грамм. Алина сбросила 100 грамм, она недавно взвешивалась, была 51 килограмм. 800 грамм, теперь 700 грамм. Алиса, не знаю, взвесила или нет, Алина точно. Продолжение следует, да? Что вы делаете, девочки? Девочки, что вы делаете? Еще дома занимаемся, пока никуда не поехали. Мы уже поприседали, планку сделали, поотжимались еле-еле. И вот это делали. Я вообще 5 раз поотжималась. Это что, вы сейчас пресс качаете? Да. Ну-ка, Алиса. Я Алине показываю. Давай, 15 раз делаем. Я уже 5 сделала. Еще давай. Ты 5, так головой ударишься. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Что-то мне не нравится, как весы показывают. 10, было 59 300, сейчас 59 800. 12, за час 12, меняются показания. 14. Молодец, Алиса. 15. Я это отжимание вот так вот делаю. 1. И все. А я вот. Все, держу. Алиса точно не сможет держать, так что я под диван ноги засну. Не знаю, девочки. О, Алиса, молодец. Я не знаю, девочки, поедем мы сегодня или нет. Там дождь начинается. Куда? Бегать. Раз, два. Руки нет, за голову. Руки за голову. Заново. Один. Две руки за голову. Алиса тоже уже раз отпустила. Два отпустила. Раз. Алин, что? Пукнула, что ли? Это Алиса! Это Алиса! Это у вас сил нет, что ли? Ой. Да, так нечестно. Баловница. Пришли мы домой. Хочу показать. Ой. Смотрите, какая красивая птичка. Как я только, как ее правильно поставить надо. Вот так вот, вот. Вон, Алиса подписывала свое имя. Забрали работы. Такую матрешку делала Алисенька. Объемная она. Такая вот объемная матрешка. Это Алиса сказала. Завод. Это завод они делали. Это... Не знаю, что маски какие-то. Это что, кораблик, что ли? Или кто это, не знаю. Это нужно было, это мы делали дома. Это нужно было нарисовать. В общем, из разных геометрических фигур нужно было изобразить что-то. Не помню задание. 5 стоит. Такая киска тоже. Это нужно было именно вот всякими такими мазками сделать. И с помощью смешивания цветов. Это дом на крыше, что ли? Как что-то Алиса сказала. Лежись на крыше. Что-то не знаю. Это царапанием, царапанием каким-то они делали. Не знаю, Алиса дома нет, не могу сказать. Вот это тоже. Что-то интересное. Да, и самое главное, хочу показать Алисин табель. Оценочки наши. Оценочки. Калининградская Алиса, 1 класс. Вот у Алисеньки стоят все 5. Все 5.
А, по беседам об искусстве. И по лепке у нее стоит за четвертый полугодие четверки. Так, остальные все стоят. Все пятерки за год у Алисы вышли. Та-дам! И самое главное, переведена во второй класс. Та-дам! Ура! Ура, ура! Ну вот, как-то так.